успех писать? Ну, конечно, не хочется. Поэтому у меня там не опять, я вообще золотые. Алло? Last year in Paris, it drew a lot of wonderful opinion from critics. It drew a lot of people to this exhibition, like people with kids and families came to see it. And we decided that this exhibition should come to Russia, to its motherland, to its country. We see that it draws a lot of attention of Russian people, and especially of young people, who are also highly interested in this, you know, mixture of modern Russia and contemporary crafts. А я считаю, что Россия сильна вот нашим народным творчеством. Вот это надо, конечно, доносить до сердца, до сердец наших людей, не только наших, и туристов, привозить сюда на эти выставки. Нам понравилась очень эта выставка. Оказались здесь совершенно случайно, издалека увидели огромную матрешку и решили присмотреться поближе. Очень все разнообразно и заставляет задуматься, какие бывают разные стили народного искусства.